Привет, братишка! Привет, сестренка! Это я, отец Шиморо, и вот ко мне пришла моя долгожданная, самая высокотехнологичная, сексуальная, мощная видеокарта в мире NVIDIA RTX 3090. Сегодня мы с тобой опробуем эту малышку в разных позах, по полной, в наших с тобой любимых играх. В Инстаграме я спрашивал, какие игры взять на тест, и многие из них попали сегодня в список. Я запотел по полной, устанавливая все эти игры заново, так как переустанавливал систему, чтобы протестировать карту для тебя максимально эффективно. Если тебе нужны подробности о том, что представляет из себя карта и как ее приобрести, обязательно подписывайся в группу NVIDIA в ВК. Ссылочку я тебе оставлю. Там все свежие новости и информация о приобретении новых карточек. Ну а мы с тобой приступаем! Прежде чем мы с тобой приступим непосредственно к тестам и к некоторым фичам, я тебе сейчас расскажу, почему я взял именно 3090, а не 3080. Во-первых, 3090 — это не замена 2080 Ti. Это именно Titan RTX, замена Titan RTX. Именно потому, что у нее такой же большой объем видеопамяти, который нужен для работы с видео в высоком разрешении. Графикой, спецэффектами, там, сложными симуляциями всякими 3D, да? При этом рендеринге она на 50% быстрее Титана и дешевле. А еще это первая карта, на которой можно комфортно играть в некоторые игры в 8К, которым нужен гигантский объем видеопамяти. Причем с новой версией DLSS это стало реальностью. Так что если в игре есть новая DLSS, то с ней можно вполне комфортно играть в новые игры в 8К. Сегодня я не буду грузить тебя никакими техническими терминами. От слова вообще. Но я расскажу тебе про интересные фичи, которые я почитал и почему я решил взять 3090. Во-первых, это самая мощная видеокарта в мире, а во-вторых, в ней фишек больше, чем было до этого во всех видеокартах в мире, которые когда-либо были. Короче, допустим, знаешь такую ситуацию, когда у тебя компьютер дрова, да, ты ведешь мышкой в шутере, а на мониторе реакция слабая. Ну, то есть, у тебя задержка, понимаешь? Бывает у женщин задержка, а бывает задержка у твоего монитора. Он не отображает тебе то, что ты повел мышкой быстро. То есть, ты не успеваешь среагировать, например, на Петю, который выходит из-за угла на тебя в PUBG. Для этого NVIDIA разработали такую систему под названием «Рефлекс». Она уменьшает эту самую задержку от твоего движения мыши до реагирования твоего персонажа в игре, ты понимаешь? И в RTX 3 серии это все очень хорошо поддерживается, это все сексуально делается, это все рендерится как нужно, и ты сексуализируешь полностью. Так как мы с тобой все киберспортсмены, да? То есть мы с тобой все, и ты, и я, и мы киберспортсмены, да? И нам важно в шутерах, чтобы наша реакция была незамедлительной, чтобы хедшот у противника отлетал. Это очень важная фича, она введена совместно с, соответственно, с выходом этих новых серий, и это меня очень сильно возбудило, потому что в свое время я очень сильно боролся с этими задержками, я всегда выбираю мониторы, чтобы было 1 миллисекунда задержка, я всегда выбираю герцовку высокую, да, чтобы у меня было минимум 240 герц, да, 360 это только для Full HD, но тоже такие мониторы есть, но я сейчас буду играть только в 2К, естественно, с 3090, и уже давно играю. Поэтому для меня это очень важно. Так вот, вот эта NVIDIA Reflex система сейчас будет поддерживаться очень многими играми, и видеокарты серии 3, да, то есть, ну, третьей серии, да, там 3080, 3090, 3070 и так далее, все будут поддерживать эту технологию. За это я просто возбужден. За это я просто возбужден и должен был тебе об этом рассказать. Это очень важно. Ну, а теперь давай приступим к тестам игр. Ну чё, братишка мой, сестренка моя, надеюсь, ты готов, лайк-то уже мне влепил. Значит, первой игрой, которую мы будем тестировать, это будет Call of Duty Warzone. Играть мы будем для начала на минимальных киберкотлетских настройках. Мы с тобой киберспортсмены, все киберспортсмены играют на минимум. Всю херню убирают лишнюю, чтобы играть, значит. Давай оценим FPS в разрешении 2К. Играем в 2К, минимальная графика. Погнали! Значит, вот так, как только я вылетел... Ну, точнее, вошел в игру, я охерел. 200 с чем-то кадров. FPS ты будешь видеть посередине экрана. Обрати внимание, середина экрана, верхняя его часть, значит. Итак, значит, как только я прилетел, я охерел просто, понимаешь? Я охерел, я играю в 2К, у меня 200 плюс FPS в колде. 200 плюс FPS в колде, ты понимаешь? У меня на RTX 2080 Ti обоссанная. Понимаешь, до 90 падало, со 120 до 90, понимаешь? Это просто невероятное что-то. Это просто невероятное что-то, ты понимаешь? Ты даже на разогреве себя чувствуешь, что ты резко... Как тебе объяснить? Блядь. Что ты резко заразительный, то есть что ты быстрый? Понимаешь, что у тебя 200 FPS? 200 FPS? 200 FPS, ты понимаешь, 200 FPS в колде. При том, что выглядит она замечательно, при том, что это минимальная графика, но выглядит она замечательно, как бы, да? То есть стрельба, вся вот эта молодьба, все это великолепно смотрится. Не было таких участков, чтобы, понимаешь, у меня какое-то крайнее возбуждение не пришло там
я не знаю, как тебе это объяснить, как тебе лучше описать. Не было ни единого подлага, ни единого, ни малейшего подлага, ни малейшего говнеца со стороны видеокарты. Она работает идеально, и температура низкая, ты представляешь? У нее температура низкая, ты напиши мне, ты представляешь себе это? Нет. Напиши мне, Шим, я себе представляю. Два кулера, которые вот эта идеальная система охлаждения, это просто жесть какая-то. Я вообще не ожидал, что у меня такой FPS будет в игре. Я просто колотить-молотить, ты понимаешь, что... То есть... Замесы, не замесы, неважно. То есть минимальная графика дает мне чувствовать себя киберспортивно, да? То есть я могу делать все, что угодно, любые мувы. У меня никогда не подвиснет, у меня никогда не будет каких-то глюков, у меня никогда не будет каких-то моментов, которые заставят сказать, у меня компьютер говно, поэтому здесь там я не смог кого-то убить, ты понимаешь? То есть это очень важно, это очень важно. Минимальная графика отыграла, ну, то есть там примерно 100, от 160 до 200 с чем-то FPS всегда стабильно. Всегда невероятно круто, всегда сексуально, всегда заразительно. Это просто, я сразу влюбился в эту видеокарту. Естественно, мы сейчас с тобой еще поиграем на ультра-графике. Поехали. Знаешь, что так? Настоящий мужчина, если он покупает новую видеокарту, он должен ее оттестировать полностью, да? То есть, потому что это его новая игрушка, новая забава, он должен ее полностью оттаскать. И сейчас мы будем таскать 3090. Самую лучшую в своем деле, между прочим. Поехали. На ультрах в Call of Duty. Ну что я могу сказать? С первых же минут, первых же секунд при разминочке я вижу 160-200 FPS. 160-200 FPS, мать его, на ультра-графике, дружище мой. На ультра-графике те же самые FPS, как и на минималке, понимаешь? Это же просто жесть. Этой видеокарте срать вообще, какие настройки в твоей игре. Этой видеокарте похер, понимаешь? Она просто берет и показывает свою мощь. Ты такое когда-нибудь видел? Ты понимаешь? Я никогда такого не видел. В Warzone все летает. Ни единого лага, подвесона, ни единого вылета, ничего. Вообще, input lag минимальный. Ты понял, я просто в шоке. Я тебе объясню, почему я в шоке. Я много раз апгрейдировал свой компьютер. Множество раз я, соответственно, свою видеокарту менял. У меня был переход с 1080 Ti на 2080 Ti. Кстати, на 2080 Ti в 2К разрешении на ультра-графике у меня 90 кадров в секунду. 90-120. Вот так вот скачет. Ты представляешь, да? Input lag имеется. Здесь его вообще нет. Здесь его вообще нет, понимаешь, я чувствую игру, она чувствует меня, мы чувствуем друг друга. Напиши мне, ты понимаешь, ты сидишь там в своих комментариях, и я не понимаю, понимаешь ты меня или нет, напиши мне. То есть, вот это чувство, вот сейчас я чувствую, что в моем компьютере мощная хуетень. Понимаешь, вот прям, без лишних слов, это мощная хуетень, это громадина просто, это бомбически, я не ожидал такого. Я первый раз почувствовал реальный буст своего компьютера от этой видеокарты. Такого у меня никогда еще не было. 1080 Ti, 2080 Ti, там разница небольшая по процентажу скорости, да? Здесь же я просто в шоке, братишка, мой сестренка. Я могу теперь наслаждаться игрой, понимаешь, без всяких этих технических проблем. А знаешь почему? Потому что у меня нет технических проблем. Потому что 3090 ей похер! Я считаю, что охеренный FPS от 120 всегда должен быть в играх. 120 минимум, для того, чтобы у тебя не было никаких input лагов, никаких проблем с плавностью мышки и так далее, четкостью. Эта игра мне дает реализовать аж больше значительно на ультра-графике. При том, что на ультра-графике, возможно, и не имеет смысла играть, потому что много лишнего, там всякие засветки, тени и так далее. Это никому не нужно, да? Но здесь ультра-графика, она самой... Мне хочется играть на ультра-графике, она мне даже не мешает, потому что мне приятный FPS охуенный. Понимаешь? FPS тот, который мне нужен, все стабильно. Короче, Warzone меня удивило. Точнее, 3090 в Warzone меня удивило, потому что я думал сначала, что это все пиздеж, то есть на самом деле, что настолько мощнее 3090, чем 2080. Я думал, да ладно, какая-нибудь там, это, ход какой-нибудь конем и так далее. Нихера, эта девочка летает так, как не летает вообще, ни одна игра не летала вообще у меня, понимаешь? То есть эта девочка может, она показывает свою мощь, она дает мне. Понимаешь, у тебя было такое? Ладно, это другой вопрос. Короче, это просто бомба. Это просто бомба, и это бомба такого, знаешь, быстрого действия. Ты сразу понимаешь, что у тебя все охуенно в игре. Что никакого подлага, никакого десинхрона, никакого лага в плане графическом ты не испытаешь, да? У тебя не будет ни подвесонов, ни херонов, ни сосонов, ничего. Соответственно, ты можешь играть на скилл наконец-то. То есть ты можешь реализовывать себя, ты можешь тренироваться спокойно, делать все, что угодно. Ну, я и так отец шутеров, ты знаешь, да, у меня скилл неебический. Но дело не в этом. Дело в том, что тебе ничего не мешает. Все, есть скилл, у тебя хорошая, мощная видеокарта, которая позволяет тебе играть на этот скилл. Играй, пожалуйста! Вот, пойдем разберем другую игру. Итак, знаешь, Player Anno's Battlegrounds. Ультра графика.
ультра-графика, ты понимаешь? 2К-разрешение, 2К-разрешение, ультра-графика, Player Anus Battlegrounds. 160, 200 плюс FPS. 160, 200 плюс FPS, Player Anus Battlegrounds, ультра-графика. Ультра-графика, напоминаю, это тебе не сисю мять, мать твою, дружище. А знаешь, что так? у меня в PUBG было на RTX 2080 110-140 FPS на 2К. 110-140, 140 это максимум, просто который я выжимал. Я не знаю, может быть, можно и больше, там сейчас я систему переустановил для того, чтобы поставить 3090. Но, тем не менее, расскажу тебе про личностные характеристики и ощущения. Во-первых, input лага меньше чувствуется, да, то есть вот про то, что мы с тобой говорили, его и так было не так много, но сейчас я чувствую, что мышка еще четче стала работать. 30, серия 30-я тебе творит чудеса. Творит чудеса, просто я тебе говорю, у тебя input лучше, у тебя FPS лучше, у тебя все стабильнее, и это при том, что на 2К, а я-то хочу снимать тебе 2К. Мне ребята давно пишут, отец, снимай нам 2К видосики, пожалуйста. Что ж, говорит, ты такой старый уже стал, отец, почему ты не снимаешь 2К? Я говорю, я не могу, у меня RTX 2080 не все тянет в 2К, чтобы я мог тебе и шимбенить одновременно, да, то есть ебать, ну, другими словами по-нашему. И чтобы у меня 2К видосики тебе пилить. А теперь я могу их делать. И все благодаря 30-й серии. Ты понимаешь, какие чудеса вытворяет эта штука? Эта хуетень непростая, я не знаю. Я не знаю, как, почему такого не сделали раньше. Но я доволен, понимаешь? Стабильные 150-200 FPS. Как я тебе и говорил, 120 этого достаточно вообще для того, чтобы ты не чувствовал никаких input подлагиваний и так далее. Соответственно, чем больше у тебя герцовка, тем лучше ты чувствуешь. Но эта видеокарта творит чудеса. Это просто жесть, понимаешь? Кто бы знал, да, что мы с тобой в этом бородатом году будем играть, соответственно, в такие игры, как PUBG на ультрах, на 200 FPS, ты понимаешь? Ну кто же знал-то, кто же мог такое подумать, кто же мог догадаться вообще до этого? Да никто не мог догадаться до этого, потому что, ну это просто пиздец полный, на самом деле, то, что вытворяется. Что касается PUBG, я решил, естественно, как бы не жадничать своего времени, да, то есть реально, вот въебываю время на это все дело, значит въебываю. То есть если серьезно относишься, то серьезно. То есть я пошел снимать на всех разных картах, да, чтобы продемонстрировать те FPS на разных картах, как оно играется, как оно стреляется, обратить внимание, и будут ли какие-то просадки, подлаги, будет ли у меня какие-то технические трудности и неполадки с тем, чтобы трахать, как говорится, да? И ты знаешь, ни разу не подвисло, не зависло. У меня на RTX 2080 были и подвисоны, и вылеты, и прочная залупа, да? То есть, как бы, которая, ну, неприятная, и от которой хочется... Ну, как тебе объяснить, перестать вообще играть, да? То есть я уверен, что у тебя тоже технические проблемы там какие-то бывают, то есть. А сейчас я просто понимаю, что мне ничего не мешает, понимаешь? Ничего не мешает, кроме технических проблем, если они есть в самой игре, потому что я теперь технически видеокартизирован. То есть я подготовлен максимально на 100% с этой видеокартой. Я охуел просто от 30-й серии, ты не представляешь. Я тебе уже не говорил, что ты не представляешь, я еще раз повторю, ты не представляешь, просто это пиздец, какие ощущения. То есть, когда ты думал, что у тебя мощная машина, у тебя оказывается говно, блять, подзалупное, понимаешь? То есть, вот ты думаешь, что у тебя что-то охуенное, на самом деле это хуйня. То есть, вот представляешь мои чувства, и потом ты получаешь что-то еще более охуенное, и ты понимаешь, что все, что было охуенное для тебя тогда, теперь хуйня. То есть, так и так, в общем, все заебись. Когда, ну, такая штука у тебя стоит. Большая. А видеокарта реально большая, она огромная, бля, она просто громадная, нахуй. Таких громадных видеокарт я еще никогда не видел. Я не знаю, как они ее сделали, но она просто громадная, бля. При этом она не греется. То есть она не просто так громадная. Она сделана громадной для того, чтобы она нихуя не грелась, и она нихуя не греется. То есть у нее температура там 69-70 градусов. Когда моя RTX 2080, я на ней яичницу жарил по утрам, блядь, я тебе скажу. Ну, это я тебе утрировал, конечно. Утрировал, не утрировал, блядь, но я на ней, она разогревалась у меня до 86, нахуй. Градусов. До 86 градусов. Ты это видел, кстати, на видосиках по Call of Duty Warzone, когда у меня была включена эта функция в статистике, да? Ты еще мне говорил, отец, у тебя видеокарта просто же как печка, блин. А я говорил, нихуя, у меня видеокарта не как печка, для нее это нормальная температура. Но для нее это и правда нормальная температура, понимаешь? Если бы... Ну да, для нее это нормальная температура. Хули выебываться, да? Для нее нормальная температура, да, до 90 она может, но все равно... А тут это вообще не греется, понимаешь? Ей вообще она не шумит, она не греется. Ей вообще срать, понимаешь? Ей срать, она просто выполняет свою работу, она трахает игры. И 30-я серия NVIDIA создана трахать игры, понимаешь? Вот это да, вот это я понимаю. Вот это я понимаю. А это круто, это очень круто. Ну чё, братишки мои и сестренки, а теперь пришло время одной из моих любимых когда-то игр. Red Dead
онлайн на максимально ультраграфикой. Это ультраграфика, которая даже не ставится, когда ты ставишь ультра в игре. То есть характеристики делают ниже значительно, да, чем я поставил сейчас. Я выкрутил все сглаживания, все хераживания, все сексуализации, все ультра. Ультра 2К разрешение. Это такая неебеческая красота, мать твою. Это безумно, изумительно и великолепно, как бы, да. То есть, а как тебе объяснить? Ну, мой конь был недоволен, конечно, тем, что я выкрутил ультру еще больше, чем это. Он говорит, это непозволительно. Видеокарты не тянут в наше время такое, но тем не менее. Давай заценим с тобой всю эту красоту. Я специально тебе снял, я выкрутил все, что можно выкрутить. И ты посмотри на это. Это отходит туча в игре. Ну, то есть пролетает туча. Ты понимаешь, насколько проработанный это продукт? Пролетела туча, туча улетела, выглянуло солнышко. Ты посмотри, как это красиво. Ты видишь, как это красиво? Напиши мне, Шимору, я вижу, как это красиво, чтобы я знал, что ты видишь, что это красиво. Ну, ебаный театр, а! И это 100 кадров в секунду. 100 кадров в секунду стабильные, понимаешь? Эта игра, она рвет, она драла мою... На таких настройках у меня RTX 2080 Ti в 1080p давал мне 60 кадров, понимаешь? 60 кадров на этих настройках мне давала игра. Здесь мне дается сотка. Стабильная сотка. Да, там 60-40 даже было, по-моему. Я играл вообще на непонятно каких настройках. Сейчас мы поедем в город и посмотрим, как в городе. В городе нагруженность значительно выше, соответственно, FPS тоже. Ну, около сотки, 90-100. Это офигенный FPS для этой игры, потому что это самая высокотехнологично сделанная игра из всех историй игр, которые сейчас сделаны высокотехнологично. То есть, как тебе объяснить? То есть, графона круче, чем в RDO... И в РДР нет просто на рынке, понимаешь? Вот именно проработанности вот этого графона, окружения, персонажей, хиражей, это самая великолепно сделанная игра имхо, на мой взгляд. То есть, понимаешь? Тут, тут, знаешь, можно, наверное, поспорить в каких-то моментах, но я не вижу таких моментов, которыми мы могли бы... Персонажи идеальные, города идеальные, очень много листвы, травы, очень много постпроцесс-эффектов, да? Кстати, постпроцесс-эффекты обрабатываются видеокартой напрямую, процессор не затрагивается, да? То есть здесь, если ты внимательно почитаешь, опять же, в группе ВКонтакте, NVIDIA, да? То есть если тебе интересно про продукты почитать, обязательно подпишись туда и посмотри. Там много есть статей, много есть различные информации, много есть различных новостей, где ты можешь прочитать, как работает сейчас 3000 серия 30, да, 3080, 3090, неважно. То есть все эти серии работают немного по-другому, и на процессоре видеокарты обрабатывается очень и очень много. То есть поэтому мы имеем сейчас стабильные на высоких разрешениях кадры, и при этом графика в игре великолепная. То есть это, здесь, например, сейчас у меня стоит TAA сглаживание, плюс FX FM AA включено, а плюс всякие сглаживания для поверхности и так далее, тоже MSAA включены. И при этом она сексуализированно работает, ты понимаешь? То есть да, моя бы 2080 реально дохла уже здесь на этих ситуациях. И вот в этом и есть фича. То есть, да, они сделали 30-ю серию NVIDIA, продуманной реально. То есть в нее реально много, как будто вложили, блин, все свои силы, я не знаю. Потому что вот такие игры, как RDO, в свое время показали, что твоя 2080 говно. То, что у тебя топовое там решение какое-то на рынке. Херня у тебя, не топовое решение, сказала мне Red Dead Online. И я тогда бесился, когда у меня подвисало, лагало, FPS падал и так далее. Сейчас у меня этого нет. Сейчас у меня нет. У меня стабильно работает, потому что эта видеокарта дает мне понимание стабильной работы, понимаешь? Замесы, не замесы. У меня стабильный FPS. Это очень и очень круто. Причем на ультрах. Я так играть не буду даже. Да, то есть, ну, сейчас буду играть. Сейчас я буду во все, если честно, играть на ультрах. Срать, соревновательные игры, не соревновательные. Потому что мне позволяет. У меня нет input лагов. У меня идеально работает мышка. У меня идеально все показывает. У меня очень красивая графика. Я чувствую себя сексуализированно. Мне ничего не мешает играть в хорошие игры. Че, пиши, что думаешь, а? Тебе же нравится эта картинка? Ты чувствуешь ее? Напиши мне! Ну что, еще одна из моих любимых игр, которая доставляла мне немало проблем с моей 2080 Ti. Подвисоны, лаги, глюки, то есть нестабильная работа и так далее. И это было не на ультре. А сейчас мы с тобой играем на ультре, на ультраграфике в 2К разрешении. Когда у меня были проблемы с 2080 Ti на Full HD, я даже мечтать не мог о 2К разрешении, понимаешь? А здесь, смотри, стабильная, гладкая и плавная работа Escape from Tarkov, да? Ребята тоже мне написали в Инстаграм, там и Escape from Tarkov, и много-много разных игр. Ребята, я все это устанавливал, как бы.
Я бы вообще все перезаснял, но, ты знаешь, ни в одной игре я не столкнулся, пока снимал материал, да, ни в одной игре я не столкнулся с какими-либо лагами, глюками и багами, да, то есть, ну, не было такой игры, которая бы заставила меня усомниться там в 3090, да, подумать о том, что, блядь, ну, что-то как-то, блядь, это пустая трата денег, пустая трата времени, пустая трата обновления, зачем я вообще это обновил, мне бы мои... Нет. Я воодушевлен, я просто в восторге от своей обновки, понимаешь? То есть таких, как тебе объяснить, таких обновлений я еще не делал, то есть которые прям бы топово бустанули мне компьютер. Ну, все знают, наверное, кто играл в Escape from Tarkov, что это одна из очень требовательных игр, да? И многие не играют в нее на ультре, да? И по техническим причинам, и по другим причинам, да? Что, ну, конечно же, хуже видно там и так далее, когда ты играешь на ультра-графике, да? Там вот эти все тени, вот эти все моменты, которые есть в игре, они тебе только будут мешать и отвлекать. Но, тем не менее, на ультра-графике Escape from Tarkov выглядит очень красиво. То есть Escape from Tarkov выглядит как современная достаточно игра. Моментами кажутся устаревшие моменты, типа непроработанные там движения оружия и так далее, как будто у них FPS ниже, чем все в целом, но тем не менее, то есть как бы есть такие моменты, которые, от которых меня немножко коребит, как бы не знаю, что здесь с оптимизацией, но опять же, 3090 похер на оптимизации в играх, да? Нет, не похер на оптимизации в играх, есть игра, которой... И вот скажи мне, ты догадался? Я здесь, вот сейчас, не посмотрев ролик до конца, скажи мне, ты догадался, о какой игре я с тобой сейчас разговариваю? То есть, есть одна игра. Эта игра есть, да, которой похер, какая видеокарта. Но сейчас, в целом, у меня впечатление сложилось, что 3090 похер, какая игра. Но, как я тебе уже и говорил, оптимизировать можно так херово игру свою, да, что любая видеокарта будет в нагибе, да, то есть потому что там еще процессор, оперативка, у тебя может быть утечка памяти во время игры быть, да, забиться быстро память видеокарты, если не оптимизированная игра. То есть программный код — это программный код, да, который работает, соответственно, с твоим железом. Если твой обработчик работает правильно, например, а программа делает хуйню, то, соответственно, она твой обработчик и заебет. То есть в этом вся проблема. То есть, да, не оптимизация, это проблема большая игр текущих современных, и, соответственно, с ней нужно бороться, но бороться разработчиком. Вот, поэтому... Я доволен, безусловно, то есть у меня вот опять же замесы там в Escape from Tarkov были не замесы, бывало такое, что я стреляю по кому-то, у меня подвисает экран, да, в Escape from Tarkov в том же, да, то есть у меня такое раньше было на 2080 Ti, да, потом я перестал играть, как бы, ну, поднадоела просто игра, и, соответственно, больше нет. А если ты захочешь еще Escape from Tarkov, дай мне знать тоже в комментариях, я тебе обязательно поснимаю, тем более сейчас мне будет очень в кайф поснимать ее, потому что это достаточно интересно, да, как минимум, на мой взгляд. Вот, значит, стабильная соточка 120 FPS Escape from Tarkov на RTX 3090 ультра-графика в 2К разрешении. Стабильно, хорошо, сексуально, приятно. Что еще нужно в нашем современном обществе? Чтобы так и было всегда. Ну а теперь для меня, для тебя сладенькое. Честно тебе признаюсь, я не знаю, кто делал ремастер этой игры и как они его делали. Но тем не менее, 2К разрешение, Can It Run Crysis. Все, максимальнее поставить нельзя. Максимальнее поставить настройки невозможно. Can It Run Crysis. RTX 3090 мощнейшая видеокарта в мире. Посмотри на FPS. Сейчас вроде бы все хорошо. Мы бегаем с тобой, прыгаем, скачем и выходим в густо зазеленную локацию. И мой FPS говорит мне: братишка, что-то не то. Здесь у меня на RTX 2080 Ti на Can It Run Crysis было 10-15 кадров. Сейчас у меня 40+. Вот такой вот кризис, понимаешь? То есть, опять же, я слышал, уже читал новость, что будет патч. Соответственно, разработчики работают над этим. Вышла сырая версия ремастера, но это понятно. Но тем не менее, как эта видеокарта может гнуть твое железо таким образом, я не понимаю. Когда Warzone под 200 FPS, а графон там явно сексуальнее, да? То есть, а здесь у нас 40. 40. Разработчики решили потроллить всех. Ваши новые видеокарты. Да посмотрите, вот они, ваши новые видеокарты, как бы, понимаешь? Это просто отвратительная оптимизация игры, и тут уже добавить нечего. То есть, как бы, чисто отвратительная оптимизация. То есть, такие игры, как Warzone, работают под 200, да, 160-200. Здесь у тебя хуйня. Странно, странно.
Еще одна интересная особенность. Настройка текстур в игре никак не задействована. По факту, когда ты ставишь низкие настройки в кризисе, да, у тебя уменьшается вот эта новая постобработка, которая непонятно куда внедряется, блядь. В чем она работает, как она работает, тоже мне не ясно. Я ставлю на низкое, у меня все выглядит очень хорошо, но нет постобработки. Эффектов засвета, блюров, блумов и прочего. То есть идет стабильная игра в стабильный FPS с нормальной, между прочим, графикой, да. То есть у нас есть God Ray там от солнца, да, освещение и так далее. У нас офигенное качество текстур. Хорошее качество моделей на том же уровне, но нет постобработки, которая как-то выжирает тебе машину. Это очень и очень странно, что здесь сделано, что здесь наворочено и так далее. Но вот сейчас ты видишь кадры с низкой графикой. Опять же, и у нас FPS достаточно стабильный, да, то есть как бы... И текстуры при этом не являются каким-то мылом говеным и так далее. На 1440p ты здесь играешь вполне хорошо. Отражения на воде тоже остались. Убрана. Постобработка. Просто постобработка, которая жрет тебе, трахает твой компьютер. Не знаю, как делали Crysis, какие будут патчи с этим связаны. Очевидно, они должны выйти, но тем не менее. Здесь уже проблема, соответственно, в самой игре. И, к сожалению, в нашем современном с тобой культурном обществе таких игр выходит большое количество. Очень печально, когда ты нарываешься на такой продукт на своей мощной машине. Вот такие пирожочки, значит. Я сделал многие тесты, которые меня просили. Сделал бы тебе значительно больше тестов. Но, тем не менее, время оно такое. Я очень старался над этим роликом. Я надеюсь, ты это оценишь. Все, спасибо тебе большое. Люблю, целую. Пиши, что думаешь. И какую игру ждешь следующей. Пока-пока.